«Я из СССР». По таким названиям в выставочном зале на Советской открылся юбилейный вернисаж одной из самых экспрессивных и эксцентричных художниц Натальи Черноголовой. Свою экспозицию женщина представила как подарок не только жителям Бреста, но и всем гостям. Порядка 130 художественных полотен различного формата, от трехметровых композиций до миниатюр, наполненные любовью, энергией и радостью. Говорить о картинах, о выставке, но дело это несерьезно, это просто надо смотреть. Как можно говорить о музыке, как можно говорить о поэзии, не слушая автора, не созерцая картины, их цвет, их любовь, их напряжение. Поэтому я с большим удовольствием приглашаю в год тысячелетия родного Бреста всех берестейцев на мою могучую выставку! Англия и Франция, Германия и Польша, Россия и Беларусь. Ее красочные чувственные полотна нашли своего поклонника во многих уголках мира. Картины находятся в различных музеях, и это неудивительно. Многие работы написаны Натальей Арсентьевной на ее малой родине в городе Жидковище Гомельской области. Именно там, на родной земле, она находит темы для своих работ, там создает и творит, не изменяя своему своеобразному стилю. Я пишу очень быстро, 5 от 5 секунд до 10 секунд, от 20 минут до 2 дней и до 2 месяцев. Как вам угодно, как получится, как горит моя звезда во лбу. Яркие краски, никакой скуки и депрессии. Художница отмечает, то, что у нее внутри, то выливается на холсте. А потому ее горячее сердце и положительную энергию чувствовали все, кто пришел разделить творческий вечер. Тут кто сразу понимает ее творчество и принимает ее безоговорочно. Бесполезно искать сюжеты, концепции и так далее. Потому что главный герой картины Натальи – это цвет. Я вообще очень люблю ее картины, потому что для меня это просто взрыв эмоций, это свобода, это просто какой-то космос, одновременно и Земля, и, в общем, все, что можно только придумать и подумать. Поэтому, ну, не знаю, как кто это понимает, я очень люблю ее картины. Хочется пожелать, конечно, ей, прежде всего, творческих успехов, долголетия, здоровья. Чтобы было счастье у нее, человеческое, женское счастье. Выставка «Я из СССР» Натальи Черноголовой продлится до 4 сентября.